Если суждено взлететь, как вот самолеты тяжелые поднимаются непонятно по какой причине на аэродроме, легко уходят в небо. Вот чтобы взлететь, нужна драматургия. И я благодарен Сергею Федоровичу Бондарчуку за то, что он подарил мне встречу с великой драматургией, встречу с Толстым, с «Войной и миром», с Болконским. 4 года, пока снимался фильм, я смотрел на мир глазами Андрея. И вот прошло столько лет, а меня до сих пор волнуют его мысли, его сомнения, его высокое небо над Аустерлицем. Да, все пустое, все обман. Ничего нет, кроме вот этого высокого неба. Какая работа должна произойти в человеке, чтобы прийти к этой мысли? Надо быть убитым, но небо. Все пустое, все обман. Разве мы не живем порой вот этими мелкими заботами, а потом прозреваем? Узнала из вашего интервью, что после роли Болконского вы хотели бросить кино. Неужели это правда? Неужели это могло произойти? Да. После «Войны и мира» Ростовский пригласил меня вот на «Доживем до понедельника», и я сказал: кстати, я не буду больше сниматься в кино. В кино не буду сниматься, потому что я хочу уйти в театр, потому что, мне кажется, я чего-то утерял. Ну вот и после прочтения сценария, в общем, я ему вот сказал об этом, он на это мне сказал: ну вот, вот, дорогой мой, вот я... Поэтому и хочу, чтобы ты играл эту роль. Потому что он, Мельников, он тоже сейчас пересматривает собственные позиции в жизни, как педагог. Имеет ли он право преподавать или нет, учить молодое поколение? А ты никогда не размышлял о великой роли бумаги? Надо поклониться ее беспредельному терпению. Можно написать на ней: на холмах Грузии лежит ночная мгла. А можно кляузу на соседа. Можно переписать диссертацию, чтобы изъять одну фамилию, один факт, чтобы изменить трактовку. Если есть бумага, почему не сделать? Она все выдержит. Но души-то у нас и у ребят не бумажные, Коля. А потом я вошел во вкус. Я вошел во вкус. Мне очень... стало интересно играть, потому что я стал вникать в его внутренний мир Ильи Мельникова. В этой роще березовой, вдалеке от страданий и бед, где колеблется розовый, не мигающий утренний свет, где прозрачной лавиною льются листья с высоких ветвей. Спой мне, Иволга, песню пустыни. Я никогда не завидовал никому. Я завидовал, может быть, только животным, вот с которыми я общался. Как они свободны в этой жизни. Да вот Бимка тут, как с ним сойтись? Чужая собака. И я к ним поначалу чужой. Хоть и учился актерскому мастерству, а она нет, а собака нет.
а Бим нет. И я подумал, чего ему не хватает? Вот он лежит, а я сижу и все время за ним наблюдаю. Чего не хватает ему? И вдруг откуда-то прозрение пришло. Ему, видимо, не хватает свободы. Свободы. Он все время на поводке. И тогда я сказал кинологу, который им занимался, и Стасику, я сказал, дайте мне длинный поводок и дайте мне Бима. Я пойду с ним погулять. Ой, осторожней, собака дорогая, так сказать. Я говорю, не беспокойтесь. Мы с ним договоримся, с Бимом. Я взял его на поводок и ему сказал, Степка, а мы его Степкой звали, Степка, пойдем гулять. Пойдем пройдемся. Чего ты все лежишь да лежишь? Он посмотрел на меня, поднял голову, посмотрел на меня, как бы проверил, что я шучу или я разыгрываю его. Я говорю, нет, пойдем, пойдем. Он встал, вначале медленно, нехотя, так, значит, пошел, пошел. И он стал меня в итоге водить по каким-то заборам, по каким-то чужим дворам, по каким-то ямам, помойкам, чего-то он... Читал жизнь своим чутким носом. Вот чем хороши собаки, тем более шотландский сеттер. Он читал эту жизнь. Так я с ним ходил вот на поводке гулять, ну, наверное, неделю. Каждый раз мы с ним ходили гулять. И наступил момент, когда его приводили на съемочную площадку, Бима, он метался по студии Горького и искал меня. Он уже искал меня с тем, чтобы пойти гулять. А я в это время гримировался. Он находил меня в гримерной, подлетал радостно ко мне, лапами на плечи сюда, значит, опирался, и в ухо мне что-то своим хрипатом собачьим, как будто... А я читал это, что он мне... Сказать хочет, позвать меня хочет. Пойдем гулять. Брось ты этот кинематограф, брось ты сниматься. Пойдем гулять. Как хорошо в поле, на охоте. Осколок, осколок тронулся. Худо мне, Бимка.